extra, extra, extra on day. Дамы и господа, приветствую катаны и кошечки, с вами я Олег Гром. Итак, сегодня у меня в руках Flowstick MT4 от компании Яркий Луч. Это фонарь, это просто очешуенный, бомбезный, огроменный фонарь для всех тех, кто хотел, первое, резервное освещение, какой-то домашний фонарь, какой-то мега-кемпинговый фонарь. И вообще, назначение его дохренище, при этом еще и пауэрбанк, он умеет быть пауэрбанком. Давайте посмотрим на все это внимательнее. Что мы видим на коробке? Что здесь нам обещают? 450 люмен обещано. Да, максимально. 2 метра погружения. Ну, все стандартно. Пауэрбанк. Ну, окей. 10 400 мАч. Это означает, что здесь, скорее всего, стоит 4 литиевых батареи по 2600 мА. Но это так и есть, если что, забегая вперед. Дальше. 8-77 часов работы. И вот здесь очень хорошо, что написано максимальное и минимальное время работы. Это огромный плюс. Объясняю, почему. Обычно пишут только минимальное время работы, и взглянув на коробку, сразу не получается узнать, долго ли проработает фонарь на максимуме. А здесь мы видим максимум 450 люмен, и время работы минимальное 8 часов. То есть на 450 люменах эта палка проработает 8 часов. Палка-копалка. Ну, не знаю, здесь куча рекламной инфы из разряда посмотрите, LED-индикатор синим показывает, сколько заряда осталось. О, можно подключить свой крутой телефон. Можно заряжать от USB. Вау. И это все откручивается и закручивается. Ну и с этой стороны то, о чем я только что вам говорил. И прочие значки. А это, собственно, название. И как это работает. 3 режима и стробоскоп, если не ошибаюсь, или SOS. Да это к чертям не важно. Выглядит это все следующим образом. Как показано на схеме. Пластиковая трубка, в ней алюминиевая пластина, к ней приклеены диоды. Прям на пластине, скорее всего. И с обратной стороны, как мы уже и видели в подобном фонаре, который я показывал от Blitzwolf, с обратной стороны аккумуляторный блок. Меняются ли аккумуляторы? Да к чертям плевать на это. Абсолютно. Потому что главное, чтобы работало. А уж меняется или нет, это дело десятое. Когда припрет, тогда и будешь менять. Сборку 10400 не так уж ты часто будешь менять. У тебя пауэрбанк на 10400. Часто ты его меняешь? Давно ли ты перебирал в нем банки? Поэтому засунь этот вопрос глубоко и надолго и забудь вообще про него. Смотрим дальше. Что еще здесь интересного? Помимо того, что это просто базука какая-то. Вау. Раз темляк, два темляк. С двух сторон можно вешать, их два в комплекте. Не знаю, так ли нужно с обеих сторон вешать темляк, но такая возможность есть, и в общем, окей. Инструкция. Сам фонарь. Да, сложно назвать это фонарем, напоминает люминесцентную лампу. USB, microUSB, провод зарядный. С этой стороны не хочет, значит, с этой стороны. Вот. Крепление. Крепление к чему угодно. Данные крепления весьма интересны. Чем они интересны, скажешь? Что? Все очень просто. Во-первых, они магнитные. Во-вторых, здесь есть отверстия, ты можешь их прикрутить к чему угодно и одеть потом эти крепления. Вот такими полусферами они выполнены.
такими брэм-брэм-брэм. Прям в них кладешь фонарь. Сам фонарь – это такой джедайский меч. И все комары к вам прилетели, и мошки на столь яркий свет. Это минимальный режим, если что. А вообще, давай посмотрим ночные тесты, приятель, и продолжим. В общем, шикардос. Использовать как резервное освещение для выживальщиков, но это тоже шикарная вещь. Всегда рядом с вами, как подвешенное ружье, будет находиться вот такой фонарь, который вы можете элементарно прицепить на этих магнитах к своему холодильнику и обеспечить на 8 часов ярчайшим светом свою кухню, если уж на то поперло. То есть да, потом он сядет, но это на максимуме, а на минимуме целых 77 часов, или сколько там было обещано. Да не суть, это важно. Здесь только одни диоды, нет красного света, да и нахрен он не нужен в большинстве своем случаев. 4 индикаторных синих диода, где-то они здесь спрятаны, а вот они. Оу, полегче. Так, выключайся, вот они. Показывает уровень разряда. И он следующий, как написано в инструкции. Если горит только один индикатор, то от 0 до 25. Если 2, то от 25 до 50. Если 3, от 50 до 75. Если горят все 4, от 75 до 100% заряда имеется. Это хорошо, когда есть индикатор, это правильно. А сколько здесь минимум вообще? 450 максимум, это понятно. А минимум это сколько? А это 45 люмен. 45 люмен. 77 часов. Дальше 135 люмен, 13 часов. И дальше 450 люмен, 8 часов. Дальше вот такой вот СОС, стробоскоп, моргалка. Я хрен его знает, совершенно это не важно. Ну и, конечно же, крутейший индикатор, который очень ярко выглядит почему-то на видео. Да и так он достаточно яркий, зараза. Нагревается ли данный фонарь? Да ни черта, он никуда не нагревается абсолютно. То есть, чё бы ему греться? Огромная площадь охлаждения и всё прекрасно. Откручиваем одну из частей, а в частности вот эту, и что мы здесь видим? USB разъем, который вроде бы немного перекошен, как мне кажется, но работает и отдает свои амперы для вашего телефона или еще чего-нибудь. И microUSB, с помощью которого вы заряжаете всю эту конструкцию, всю эту огромнейшую лампу. Все это затягивается уплотнительной резинки здесь и здесь. Разбирать я его смысла не вижу. Мы уже смотрели, что внутри подобных конструкций. Так что, опять же говорю, смысла нет. Уплотнительные резинки, влагозащита и при этом яркий свет. Что еще нужно? Что еще вам необходимо для того, чтобы вообще захотеть такую штуку? Я, честно говоря, не знаю. В свое время я колхозил подобные вещи, приклеивал на
алюминиевую подложку. Ну, просто кусок алюминия, диодные ленты. Но прошло буквально пару лет, или там, может, 3-4, я не знаю, 5, и китайцы начали делать это массово, сразу запаковано, герметично, полный фарш и при этом вполне себе достойного качества. Выбор, брать, не брать, что с ним делать, исключительно за вами. Я ни в коем разе не рекламирую ничего. Я показываю, как есть. Вы сами видели ночные тесты. Вы сейчас видите, как он работает. Удобна ли эта штука на случай каких-то внезапных отключений электроэнергии? Да, конечно, удобная. Удобна ли эта штука для того, чтобы ее бросить в автомобиль? Но если у вас достаточно большой автомобиль, конечно, удобно. Удобна ли эта штука, чтобы взять ее в поход? Вот тут я не слишком уверен, потому что мне кажется, она слишком огромная для того, чтобы нести ее в рюкзаке. Но для дома, для какого-то кемпинга, куда вы приедете на своем автомобиле, эта штука незаменима. Магнитные держатели, Powerbank, а он постоянно сейчас нужен. И прекраснейший свет в 450 люмен на целых 8 часов. Просто мечта идиота. Я в свое время мечтал сделать именно так. Но в то время, когда литий стоил баснословных денег, вся эта сборка с контролерами, со всем, выходила совершенно неинтересную сумму. Даже сейчас, если я решу сделать что-то такое сам, я уверен, что я потрачу больше, нежели возьму готовую. И спасибо яркому лучу, потому что мне эта штука досталась на халяву. А у вас ее еще нет. А у меня она уже есть. На халяву. Это мой источник резервного освещения. А у меня очень часто выключают электричество. Доволен ли я? Да доволен. Словами не передать. Но, а ты делай свой выбор сам. Решай, думай и все такое прочее. С тобой был я, Олег Гром. Не чихай, не болей. Проведи остаток своей жизни с пользой. Пока-пока.